Здравствуйте, телезрители. Сегодня прибыла посылка с Новосибирск из города Хабаровска. Лодочный мотор Гольфстрим 8 лошадиных сил. Сейчас мы вскроем коробочку и посмотрим содержимое. Что у нас находит? Обклеен разным скотчем, цветом. Это я просил продавца, чтобы побольше обклеил по дороге. Не вскрылся. Так, что мы видим? Находится защитный пенопласт. Так, инструкция. Инструкция получается на 6, 8, 9,8 лошадиных сил. Лодочный мотор Гольфстрим. Потом я вам объясню разницу между 6, 8 и 9,8 лошадиных сил. Как продавщик объяснил, что гарантия 2 года лодочного мотора. Так, что мы тут имеем? Лодочный мотор, бензобак. Так, это у нас бак, получается, принадлежность, шланг с подсосом. Так, получается запасная веревка, старт, наверное, заводить двигатель, две свечи, так, и, наверное, ключи у нас. Получается, и в этом отвертке ключ у нас свечной. Так, данные двигатели в Хабаровске, у нас магазин, в котором я купил данный двигатель по интернету, в течение 15 дней доставлялся до Новосибирска. Отличие лодочного мотора вот это вот 8 лошадей в инструкции и книжке 6,8 и 9,8. Отличия у нас никакого. Все одинаково. Винт одинаковый. Кубатура двигателя одна и та же. Отличие может быть только в газовой ручке. Ну, стоит ограничитель, который после обкатки снимается, и данный мотор будет отличаться только наклейкой. 8 лошадей, а по идее 9,8. На днях проведем испытание на озере данного двигателя. Посмотрим обкатку его, ходовые его действия на воде. Все, спасибо. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Так, наклейка. Наклейка. Где лошадь? Где у нас получается? Вот 8 лошадей.
еще вес данного мотора. Около 24 килограмм. Так, нет. Ошибаюсь по инструкции. 27-26 килограмм. Так, вот у меня характеристики. Посмотрим. Покажем. Вот так вот. Не видно. Сделаю фотографию. Вложу фотографию. Так не видно. Сфокусировать не может. Ладно, сделаю фотографию. Ну ладно, все. Обкатка мотора Gulfstream Parsum, 8 лошадей, озеро Затон, Кальменский район Алтайского края. Первые минуты работы. Время пошло. Моторка Silverado. Silverado S300. Три метра длиной. Час езды на 2000 оборотах. Потом будем чуть быстрее. Ну что, завелся с первого раза, работают как часики. Водичка бьется. Лучше бы самогоночка лилась. Вот такие дела. Сколько там? 1400, даже можно отдать газку. Ну что, товарищи, продолжается второй час обкатка мотора Gulfstream Parsum, 8 лошадиных сил. Работает нормально. Движемся потихоньку по нужному.
пути. Ну, поехали. Thank you.
What do you want?